Благодаря последней реформе Народно-освободительной армии, Китай теперь имеет в своем составе новый род войск – сила информационной поддержки. По мере развития обстоятельств и выполнения задач, мы продолжим совершенствовать структуру вооруженных сил с учетом китайской специфики. У Цань, пресс-секретарь Министерства национальной обороны КНР, в пятницу сообщил о новом роде войск в НОАК. Как заявил китайский лидер Си Цзиньпин, сила информационной поддержки – стратегический род войск. Он станет ключевой опорой для создания и применения сетевых информационных систем.